Сегодня мы едем в Могилев. Это предпоследний областной город Беларуси, в который мы едем этим летом. Останется только Гродно. И одновременно это город самый загадочный, потому что про него мало рассказывают, что там им нечего смотреть, тоска и так далее. Ну, в принципе, мы это и проверим. Погода говно, шел сильный дождь. Я вижу свет в конце туннеля. Все красивые, модные, нарядные. Да. Да, как дела? Этот ковер специально сделал, чтобы... Да. Ой, в смысле... Как это помогает? Так смотри, смотри, когда я тебе объясню. Когда ты как бы колени выкраиваешь сюда, да? А чувак тебя прет, как бы это тебе как бы ты колени вверх не в стенку, а в ковер. Понятно. Нет, объясни, нужно что-то лёг знать. А теперь мы идем угощаться куркой. Где курят? Темно. Мы ложимся спать. Сейчас мы посмотрим, как тут все происходит. Это привет. Зоя. И белые волосы. Мне кажется, даже это соломенная принцесса. Ку-ку. Нифига. Саша, ты же помнишь правила? Да, солнышко. Да хрен, то хрен. Все спят, все голые. Ты в одежде. Кстати, да. Так это... Все, ребята, ребята, тихо, хватит. Тихо. Даша, одевайся. Стасик, только после тебя. А что я? Стасик, раздевайся, я поснимаю. Денис обрадовался. Он может... Я же повернулся к ковру. Смотрите, тут есть специальный ковер. Все. Стасик, ну чего ты ломаешься? Так давайте, я готов. Что тебе еще помогает? Худо, да? Хорошо, давай. Вы хотите добавить? Мне кажется, мы никогда не ляжем этой ночью. Просто выключи камеру. Пока не приедет милиция, мы не ляжем. Ох ты, прикольно творится. Я ничего не снимаю. Даша, да. Как дела? Отлично. Куда мы идем? КЗ. Вроде в центр. А куда ты хочешь? Спокойно. Да. Как дела? Нормально. Нормально. Куда мы идем? Мы идем в Дубровенки. Мы идем в Дубровенки. Да. На самом деле центр очень симпатичный. А, ну вот мы уже идем ближе к центру, уже становится очень симпатичный. Не, ну я смотрю за центр. Да, слышно, здесь играет секретная зажигательная музыка. Мы подошли к водопаду. Он выходит прямо из
горы. Она такая красивая. Я крутой, я хожу по камням. Самое важное – дойти до конца. У-ху! Мы попали в брошенный дом. Блин, такой ветки. Ой, сегодня мы решили вдохнуть местного грёбского колорита и повидались с одним из местных жителей. Скажите, пожалуйста, как вы любите этот город? Где у нас тут власть? Так, понятно. А какие места вам нравятся больше всего? Понятно. Ну ладно, не будем вам мешать, отдыхать. Сегодня суббота. Ага! Маленькие утятки, утятки маленькие, идите-ка сюда, сладенькие. Мы пришли на площадь с телескопом. А здесь есть троны с знаками зодиака. Я пойду на свой знак зодиака присяду. Неудобно. Сидеть неудобно. Ну, где-то на пятерочку. Хотя можно какать. Это плюс дает, так что на шестерочку. Видите, когда-то родина. Он просто как призрак коммунизма. Реально. Это не рыба, ты совсем дура. Рыба у тебя... Это вообще-то рак. Рыба последний знак зодиака, так что он где-то там должен быть. Такая глупая вообще. Мы подходим к самолету. Но он... Есть лестница, но она закрыта. А где подруги наши? Даша. Да. Что думаешь по поводу панорамы города? Отличная панорама города. А мне кажется, полное говно. Панорама отличная, город так себе. То есть панорама хорошая, но говно. А вид города? Потому что странная деревня, да. Я как красавчик решил спуститься сам. Нормально. Я хочу залезть на пирамидку. Я хочу залезть на пирамидку. А как мне на пирамиду залезть? Я фараон. Мой друг. Блин, такой костюм, мне кажется, может сломаться. Мы оказались вдвоем. Выбор, я не могу съесть. Давай, рисуй. Кому? Ну, как дела? Липчик. Нет, не хочу. А. Супер. Самое время. Я голый на суперблюде. Не могу. Ты только скрыть. Я верблюд. У нас привал. Мы отдыхаем. Даша, привет, ты из-за жизни. Да. No.